Здравствуйте, меня зовут Полякова Кристина, мне 16 лет, скоро будет 17, мой рост составляет примерно 1,65 м, я учусь в 10 классе в городе Улан-Удэ. Моим главным хобби является музыка. Я училась 5 лет в музыкальной школе по классу фортепиано и также 3-й год играю на гитаре. Я люблю слушать музыку, разные жанры, люблю фотографировать, как-то даже знакомиться с людьми, коммуницировать с людьми, заниматься пением, танцами, рисованием, но это все-таки более уже для меня. Себя я могу назвать более ответственным человеком, я не люблю опаздывать, также я люблю путешествовать, стараюсь, если не уезжать куда-то, то после школы, допустим, находить новые места, которые я еще не видела, и через них искать новые пути до дома своего. Моей любимой цитатой является «Что не делается, все к лучшему», потому что именно эта цитата помогает мне двигаться как-то дальше и развиваться, ставить перед собой цели и не расстраиваться, если что-то не получается. Наверное, хотела бы я сыграть более девочку, школьницу, которая походила бы на меня, также любила музыку и что-то новое узнавать. На этом все. Спасибо за внимание.